Российские депутаты призывают приднестровцев прийти на выборы и отдать голос за своих кандидатов. Гости отметили, проявить свою гражданскую позицию в единый день голосования – это очень важно для страны и большая ответственность каждого. Дорогие приднестровцы, сограждане, обращаюсь к вам с просьбой принять самое активное участие и прийти на избирательные участки, показав свою гражданскую зрелость и активность на пути защиты государственности республики и будущего ваших детей и внуков, сказал российский депутат Александр Ярошук. По словам депутата Госдумы Артема Турова, 29 ноября – важный день в истории Приднестровья, когда каждый своим голосом может внести свой вклад в развитие и процветание республики. Каждый ответственный гражданин должен принять участие в процессе народного волеизъявления и высказать свою позицию. В эти дни представители приднестровцев в Государственной Думе будут находиться вместе со своими соотечественниками-избирателями, отметил Артем Туров. Сергей Чижов, зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, считает, для Приднестровья, как и для всех стран, очень важно, чтобы выборы прошли открыто и с высокой явкой. Это больше, чем день, когда вы определяете состав высшего законодательного органа власти, выбирая тех, кто достоин и обладает необходимыми навыками, знаниями, чтобы эффективно управлять развитием республики. Единый день голосования – большой праздник для Приднестровской Молдавской Республики. Ведь он символизирует победу приднестровцев в борьбе за право следовать своим историческим путем, опираясь на общие культурные и духовные ценности, сказал Сергей Чижов. Сейчас депутаты Госдумы находятся в Приднестровье и проводят встречи с приднестровскими россиянами.